Итак, добро пожаловать в игровую комнату. И вот я тут начинаю интересную игру, которую посоветовали. Легенда о Кайне. Серия. Одна из серий. Кстати, внезапно Crystal Dynamic забабахала ее. Вторая часть Blood Omen. Первую я не буду пока что проходить. Она там чересчур хардкорная и олдфажная. Вот это вот. Слезы олдфага пойдут. На самом деле нет, я ее не проходил. И так, единственное, только настройки, я графику вроде настроил. Настройки графики, разрешение. Да, все настроено. Я не знаю только там, как там в плане этого уровня сложности. А без этого, ну и ладно, погнали тогда. Просто один уровень сложности, попа боль. Прошло 4000 лет с тех пор, как мудрый правитель Кейн был проклят и превращен в вампира. Но перед тем, как вступить на трон и царствовать на землях Норсгота, ему предстоит одолеть нового недруга. Норсгот снова будет в руинах. Вампиры будут гулять по ночам, а наследие Кейна вступает в новый виток. Из ночного кошмара восстал я. Моей воли никто не спросив, пробудил меня. Сознание вернулось ко мне. Я стал ощущать свое тело. Я проснулся. Проснулся живым. Тогда я впервые увидел ее. Добрый вечер. Не ожидали мы, что ты так рано проснешься. Ты удивляешь нас? Мой разум разбит, разлетелся на мелкие осколки. Где я? Я не припомню этого места. Нас предупредили, что память твоя восстановится не сразу. На это нужно время, она вернется к тебе. Меня зовут Ума, я пришла, чтобы помочь тебе. Ты должен знать твое имя, Кейн, и когда-то давно ты был очень уважаемым человеком. Я помню свое имя, но прошлое, его я плохо помню. Считай чудом свое пробуждение. Когда мы нашли тебя, ты был обессилен. Казалось, ничто не может спасти тебя. Ты был почти обречен. Но настал твой звездный час, и ты проснулся. Скажи мне, где я? Ты в городе Меридиум, столице земель Норсгот. Тех самых земель, которые ты так хотел завоевать, которыми ты хотел править. Возможно, если ты помнишь свое имя, то ты также помнишь и к какому роду принадлежишь. Я помню. Тогда смотри, я покажу тебе будущее. Ты спал 2000 лет. Посмотри, на что стал похож твой любимый Норсгот. Ты был хорошим генералом, предводителем армии вампиров. Но тот, с кем ты сражался, оказался намного сильнее тебя. Ты потерпел поражение. Армия была разбита, а воины уничтожены. Тебя считали погибшим. Но кто победил меня? Лорд Серафан и армия его ничтожных приверженцев. И с тех пор они стремятся к тому, чтобы на этих землях не осталось ни одного вампира. Когда ты вступил в схватку с лордом Серафаном, ты был преисполнен надежды, но силы тебе изменили. Удача оказалась на его стороне. Но ему рано праздновать победу. Перед угрозой нашествия вампиров Серафан не только создал могущественную армию, но и стал правителем всех земель Норсгота. По приказу Серафана, его воины уничтожают каждого вампира, которого встретят на своем пути. Жить нам стало невозможно. Приказ, похоже, исполняют плохо. К счастью, теперь, когда ты проснулся, вся наша надежда на тебя. С твоей помощью мы надеемся свергнуть Серафана и взять город под свой контроль. Так и должно быть. Вампиры всегда были выше людей. Бесспорно. Ты сказала «наша надежда»? Кто вы? Мы Кабоны. Движение сопротивления. Мы стараемся свергнуть Серафана всеми возможными способами, но пока безуспешно. Это потому, что они используют новую магию, глиф-магию. С ее помощью они могут легко найти и уничтожить нас. Нас осталось немного. Без твоей помощи мы погибнем.
Мы нуждаемся в тебе, Кейн. Что ж, я так и предполагал. Ты воскресила меня не просто так. Какова твоя цена? Ты должен помочь сопротивлению. Они знают нас в лицо, а ты — это новая волна. Тебя считают погибшим, забытым и проклятым. Ты сможешь добраться до Серафана и свергнуть его с трона. Только ты. Как здорово ты придумала. Откуда ты знаешь, что я соглашусь помочь вам? Какая мне из этого выгода? Ваша пожизненная благодарность? Я не узнаю тебя, Кейн. Разве ты не хочешь отомстить Серафану за то, что он сделал с тобой? За то, что так тебя унизил? Ты уничтожишь его и по праву займешь его место. Ты будешь владыкой всех этих земель. Или тебя уже не манит слава? Ты забыл о возмездии? Неужели ты настолько мертв? Да, раньше я стремился к подобным высотам. И ты сама знаешь, чем это кончилось. На этот раз удача на твоей стороне. Ведь мы твои союзники, а не предатели. Мы играем по правилам и просим помочь тебя. Если тебе повезет, нам всем будет лучше. И ты хочешь, чтобы я тебе поверил? Мы должны верить друг другу. Только сообща мы сможем победить лорда Серафана. Если он погибнет, падет и его правление. Для нас начнется новое, светлое будущее. Однако, кроме Серафана, есть еще и много других, не менее опасных людей. Не нужно меня пугать. Я пуганый и сам напугаю любого из них, ясно? Где найти этого лорда Серафана? Скажи, и я разорву его на мелкие кусочки. Вот это рвение. Не думай, не все так просто, Кейн. Иначе зачем мы тебя разбудили? И к тому же, сейчас ты слишком слаб, чтобы сражаться. Серафана надежно охраняют. Его защищают другие вампиры. Вампиры служат Серафану? Они стали его союзниками. Пока они служат ему, он не убьет их. Я и этих прикончу. У тебя все получится. Ты ведь сильный, Кейн. Ты очень сильный. Стоит тебе победить Серафана, как тебя тут же объявят великим правителем земель Норсгота. Люди верят тебе. Оправдай их доверие, Кейн. Мне по плечу любые твари. Какое странное чувство. Будто бы тело мое еще спит. Ты первый, кого нам удалось воскресить. Пойдем, вампир. Время ужинать. О, да. Чайчик приготовил, а тут он ролики не озвучены. Тренировка, что ли? Походу на то. Так, она там гладит руку, живот. Не бойся, Кайн. Что? Что это за магия? Я говорю шепотом, Каин. Конечно, шепотом. Всех вампиров. Так мы можем общаться даже на очень большом расстоянии. Шепотом. Да, теперь я вспомнил. Ее голос был прямо в моем сознании. Возможно, я сам хотел ее услышать. Не переживай. Я не могу читать твои мысли. Только говорить с тобой и слышать твои ответы. Следуй за мной. Да без проблем. Сейчас мы глянем, что у тебя там сзади. Ну, блин, бегать, это, конечно, забавно. Так, ходить в СД. Так, бить. Опа. Опа. Прикольно. А двойной прыжок? О, там парение какое-то. О, прикольно. То есть прыг. А, блин, пробел. Я пробил. Так, и... Ага. Так, пока что ничего. Угу. Так, окей. А это что? Сейф? Ага, походу на то. Оставь меня в покое. Я сейчас зарезать тебя. Хоп, хоп, хоп. Ага, ничего не работает из этого. И уничтожить всех вампиров. Ты когда-нибудь видел вампира? Вот именно, и они выполнили клятву.
Да, да, да. Это прям как эти рэкетиры. Ну тут вампиры существуют. Так, чё? Добро пожаловать в трущобы, Каин. Угу. Мы находимся в старейшей части города. Немногие рискнут прийти сюда. Это идеальное место для тренировки. Окей. Тренировки? Не собака, чтобы меня дрессировать. Твои воспоминания стерлись из памяти, а тело пролежало без движения 200 лет. Чтобы приносить нам пользу, ты должен сначала восстановить свои навыки. Ты должен вновь научиться сражаться и убивать. Без проблем. Ты ведешь меня к добыче. Терпение, вампир. Терпение. А ты что, не вампир? Сильнее и быстрее, чем смертный. Ну да, она вампирша. Ты можешь прыгать выше и дальше, чем она любой вампир, человек, она... что когда-либо жил. Она вампирша. Если на твоем пути встретится препятствие, попробуй его перепрыгнуть. Я жду тебя здесь. Он прям так наверху. Сказала. Жду тебя здесь, наверху. Прям заманчиво. Так. Платформинг. Оп. Отлично. Отлично, да. Также знай, что ты можешь парить по воздуху. Прыгнув с карниза вроде этого, ты приземлишься бесшумно. А это часто бывает очень важно. Ага, стелс. Следуй за мной. Да без проблем. Она поймет, что мне не нужно много времени, чтобы научиться убивать. Да. Так, вперед. То есть... лучше в конце, наверное, использовать, чтобы не прям вот медленно-медленно падать вообще. Закрыто! Весь нижний город! Как же я сегодня попаду домой? Я же говорил тебе. Так, а мне сюда, типа, наверное. Ага, во. Оп. Ну, легко. Левая кнопка мышки. Блин, интересно, как это... Воу, это что только что она сделала? Зачем она сальто назад сделала? Какое-то испытание. Или что? Так, ага. Так, чекпоинт. Это понял. Это чекпоинт. Окей. Опа, смотри, там какой-то зеленый газ. Это не город, лабиринт. Отличные охотничьи угодья. Скажи мне, Каин, ты голоден? О, да. Да. Внизу тебя ждет узник. Внизу. Головорез из местной банды. Сегодня он собирался убить еще одну невинную жертву, но повстречал меня. Не стоит читать мне мораль, мне нужна его кровь. Тогда иди и пей. Иди и возьми меня, пей кровь. Так, ладно. Воу-воу-воу, она что, телепортировалась? Ой, где он? В тюряге тут. А, вот он. Левый альт. Воу. Все, я его замочил. Я вижу, ты вдоволь напился. Да. Да. Кровь — это твоя жизнь. Да ты шо? Без нее ты умрешь. Если ты ранен, найди кровь, чтобы восстановить свои силы. Помни, что ты можешь выпить не только кровь, но и жизненную энергию простых смертных. Чем больше энергии ты выпьешь, тем сильнее ты становишься и тем сложнее тебя убить. Угу. Никогда не оставляй своих врагов живых, Каин. Тебе понадобится вся их кровь. И вся их жизненная энергия. Спасибо за продолжим. Наставление. Так, я все этот пробел хочу нажать для прыжка. А, в смысле, я его не до конца высушу? Нет, у меня он слева полная ячейка крови. А, левый shift для ускорения. На помощь! Кто-нибудь спасите меня! Левый shift. На не помощь. Понял.
Просто shift надо зажать, чтобы атаковать. Неудобно, если честно. Хотя тоже не совсем удобно. Надо тут кнопку мышки, так не понял. Так, ну я подошел и... Так, я не понял, я что, не до конца ее замочил? А, не, надо кровь было, дошел ли до конца. А, вот теперь все, наверное, да. То есть надо было, как бы, типа, выбить всю дурь, а потом уже высосать. Ладно. Мадам? Это как походочкой. Хотя мы во многом превосходим людей, у нас есть слабости, которых у них нет. Вода, дарующая людям жизнь, смертельно опасна для вампиров. Mm-hmm. Ее прикосновение обжигает нашу кожу, а полное погружение в воду означает неминуемую смерть. А, ну GTA Vice City, нельзя купаться. По всему меридиану разбросаны вот такие саркофаги с остатками наших. Главный герой Vice City был вампиром. Только вампиры могут их открыть и получить заложенную в них силу. Ищи их во время своего путешествия. Окей, и убегла. Блин, бегает она, конечно же. Довольно-таки интересно. Какая-то дорога туда, но там вроде тупиковая. Ну странно, тут вот повалено вот так. Как бы предлагают тебе. Ага, ну да, тут вода, аккуратнее надо быть. Так, левый, чё, открыть. Ага, ну, тихо, надо просто зажать. Ага, типа увеличивает объем. Все вроде, да? Да, все. Опа, чирик. А если тут атаковать вот этого вот жильца? Так, не понял. Ага. Все, отлично. Заправились, убили мирного жителя. Мирного жителя. Оно увеличивает объем. Понятно то, что увеличивает объем. Вот это вот вместилище для жизни. Так, вроде никто не пялится. Вот там он стражник. Окей. Интересно, он обратит внимание? Лежать. Все. Оп. Готово. Заправились. Я уже говорила прежде о наших кровных врагах, ордене Серафан. Серафан. Много веков назад они поклялись уничтожить орден Сарафана, блин. Перед тобой одно из их изобретений — защитные врата. В чем их опасность? Если ты прикоснешься к ним, ты получишь сильный ожог, как от огня. Теперь такие врата стоят по всему меридиану. Здесь нам не пройти. Следуй за мной в канализацию. Окей. Следуем за попой. О, прикольно, смотрите, капает кровь. А, не понял, она постепенно
уходит. Ага, видите, как кровь постепенно выходит, что ли? Лол. Сможешь ли ты выжить в этом мире или нет, зависит от твоих боевых навыков. Пришло время научиться убивать. Одно из твоих главных достоинств — сила, ловкость. Ты можешь с легкостью уклоняться от любых ударов врага. Также ты можешь блокировать атаки. Сейчас я нападу на тебя. Не беспокойся, я не буду использовать свои когти. Заблокируй мои удары, и мы перейдем к следующему уроку. К партеру. Так, а как блокировать? Шифтом, что ли? Так, я не понял. Так, ну типа shift, окей, я shift юзнул. Где объяснение того, что как блокировать? Окей, я понял. Без управления никуда. Прыжок, выпить кровь, применить темный дар, за действие атаковать. Действие, выбор темного дара. Левый контрол. Режим атаки, блок, С. Угу. Просто С. Такие звуки. Тын-тын-тын. Не, прикольно, прикольно. Ай. Зажать просто надо. Смотрите, как она в шпагате. Все мы вооружены от природы острыми когтями. Неудобно, С, надо тап поставить. Используй их в бою против своих врагов. Попробуй напасть на меня. Окей. Да, и побежала на меня сама атаковать. Угу. Да, нормально. Ох. Где вы видели, чтоб так девушку? Если ты видишь, что враг измотан, хоть и вампиршу, ты можешь схватить его и отбросить в сторону на огромное расстояние. Уже прям хочется ее схватить. Так, В. То есть это надо зажать все эти? Вот так вот, левый и вперед. Ага. Акидок. Как кинуть-то? А, вот что-то произошло. Непонятно, что там. А, вот альт. Походу альт надо. Левый альт изнуть. Отлично. Этот урок ты усвоил. Теперь пройди дальше по канализации, я встречу тебя снаружи. Так, нас потренировала милая дама, которую мы помяли немного. Она помяла нас, и мы идем дальше. Ну вот непонятно, зачем бросать. Так, чё С? Блок. Это я понял, таб. У меня таб будет, он ближе. Или вообще Q сделать? Вроде V, вперед Q. Или, о, пробел есть вариант. Точно, точно, точно. Блок. Так, там было так вот, так вот. Окей, ну я так, более-менее... расчехлился. Более-менее понял, что куда как. Надо тренироваться. Так. Вот непонятно, контрольная точка, что это? Опа. Откачиваем воду. А она взяла, убежала. Ну куда ты? А нам, походу, вниз надо. Так. Не понял. Мне не вниз надо было?
Ну, воду я откачал. Окей. Ага. Я цепляться таки могу. Ага. Вот оно как. Вот оно как, Михалыч-то. Угу. А ну-ка. Ага, только один раз можно левитировать. Второй раз уже не получится. Так, окей, Михалыч, я запомнил. Опа, это кто? А, это что? Так, милая попка. Вот сладкая попка к нам пришла. За этой дверью тебя ждет первое настоящее испытание. Какой дверью? Неподалеку отсюда расположилась банда преступников. Один из них стоит на страже. На стреле. Но он еще не знает, что его судьба уже решена. Ну да, мы тут всего лишь в 10 метров от него. Ты уже знаешь, как защититься от его атак и как атаковать самому. Как только ты его убьешь, выпей его кровь и залечи свои раны. Угу, угу. Я буду наблюдать за тобой. Ага, она еще фетишистка. Сталкерша, блин, наблюдать она будет. Так, давай, бро. Так, парень. А, нельзя его схватить. Лежать. Та харе уже. Ага, там еще и оружие его можно взять. Прикольно. А Z что это? Угу. Угу. Все, окей. А тут сейчас будет что-то вроде пары человек. Или что? Вдобавок к нашему физическому превосходству, вампиры также обладают сверхъестественными способностями, да? Темными дарами. О. Наше проклятие по-разному проявляется в каждом из нас, даруя нам уникальные навыки. Угу, угу. После долгого сна, Каин, многие из твоих прежних способностей ослабли. Туман, который ты сейчас видишь, является отличной маскировкой. Ты можешь раствориться в нем и бесшумно подкрасться сзади к своей добыче. Если врагов слишком много, или они преследуют тебя, спрячься в тумане и восстанови свои силы. Mm-hmm. А теперь воспользуйся своим даром и убей тех, кто находится на этом кладбище. Хорошо. Непонятно ее сальтухи назад. Вообще, для чего? Ну-ка. Ага. Так, и чё? Оу! Прикольно. Что вроде атака стыла. Так. А, только одна есть. Так, стоять. Лежать. Опа, прям по заднице. Не зря сюда сходил. Тут есть у нас пополняшка. Еще одна и будет шикарно. Так, понятно, туман. Чё там? А, то просто труп. Светился. Туман что-то вроде как тень для нас. Ну, тень, тьфу ты, блин. В тумане мы можем войти как типа что-то вроде тени. Ну, только в тумане, я так понял, да? Да, только в тумане.
Что это? Убьёшь, вот же ж. Стоять. Что долго его коллег это бил? А ну-ка. Так. Запрыгнуть нельзя, да? Да. Хорошо. То есть не на все препятствия можно запрыгнуть. Я так понял. Что-то типа того. Да, нельзя запрыгнуть. Не на все препятствия можно запрыгнуть. Окей. Опа. Эта дверь... Нет, нельзя запрыгнуть. Что это за магия? Это рунная энергия. Новый вид магии, пришедший в наш мир после возрождения Ордена Серафан. Теперь она используется Серафана. По всему Меридиану. Врата, которые ты видишь, можно открыть с помощью этой энергии. Прикоснись к руне, включи подачу энергии и открой врата. Угу. Окей. Ага, а тут сразу засада. Не, блин. Никакой блок тебя не спасет. Опа. Хорошо. Высосал. Опа. Хороший левелап. Давайте мне сюда левелап. Да-да-да, надо еще кричать. Ой-ой-ой. Ого. Ничего себе, сколько надо для следующего раза. Там удвоилось аж. Так, подождите, тут оно. Ага, еще анимация идет. Так, так, так. И тут вот типа... Ага, запускает, чтобы подает энергию. Отличная работа. Спасибо. Этой магией управляют рунописцы. Представители одного из тайных обществ Меридиана. Время от времени ты будешь видеть, как они работают. А и что с ними они делать? Они редко говорят с местными жителями, об их происхождении неизвестно почти ничего. Мы подходим к рынку Меридиана. Угу. Здесь торгаши со всего света промышляют свои грязные делишки. За ним находится мост, ведущий в Нижний город. Иди на восток, до моста. Я встречу тебя там. Хорошо. А куда ты уходишь? А куда ты? Я пойду вперед и проверю, нет ли поблизости патрулей Серафан. Ты еще не готов ко встрече с ними. Как великодушно с твоей стороны предоставить меня самому себе. Да. Считай это жестом доброй воли. Окей. Какая-то способность или телепортация. Так. Мы сами... Опа-па-па-па. Бандюган. Hello, man. Так, это... Ты куда? А как же драться? Так, куда? Не в ту сторону воюем. А, он уже все. А то я думаю, что-то он развернулся в сторону этого... обывателя. Да блин, так мало. Три штучки всего лишь. Так, снизу бандюган. Ага, то есть по низу по-любому надо идти будет. А тут вот какая-то бат, этот руна. Я считаю это щедрым подарком, понимаете, о чем я? Это устройство дает нам тепло и свет и не требует масла или угля. И они отдали его простым беднякам. Вот что я вам скажу. Да будут благословенны Серафан за то, что делятся с нами своей магией. Да нет, думаю, они это не просто так тут поставили. Не просто так.
Ассасинская сейчас атака с тыла. Обезглавливание. Ну, хорош. Прикольно. А тело такое, блин, вернулось обратно в позицию. Так. И сундучок. А гоните мои. Раз, два, три. Отлично. Ага, сюда все равно пришлось бы идти. Тут рычаг есть. Не зря, значит, сюда сходил. Не, ну с этим туманом-то круто. Прям сразу минус одного делаешь, и все. Типи-топи. Дело в шляпе. Осталось только еще там десятерых завалить, если столько противников будет. Ага, вот зарядилась. Не, вроде ничего нет интересного. Вот это непонятно. Чекпоинт, я до сих пор не могу понять. Вот. Так, а это что? Оу. О, смотри, кто к нам пожаловал. Идти сюда будешь? Сейчас я преподам тебе хороший урок. Угу. Это вот эта вот фигня... Пар пропускает. Понятно, сразу не понял. Просто хорошо. Воу-воу-воу, это кто? Ну да, сосет он прикольно. Прям как пылесос. Пропустил удар. А, стоп, я когда сосу кровь, я тоже получаю немного вот этого вот фиолетового или какого-то цвета. Пурпурного. Раз, два, три. Отлично. Да-да-да, он чуть-чуть надает. Вот. Тогда получается, что, надо вообще всех убивать, чтобы получать больше. Так, но это не разбить. Тут тупик. Тогда я зря всех мирных не сюда. Бил. Следуй за мной. Следуй. Куда мы идем? Я веду тебя в укромное место. Сердце сопротивления. Пришло время встретиться с нашим лидером. Действительно, пора бы увидеть этого так называемого лидера и узнать его планы на мой счет. Каин, сюда. Опа. Вампир, закрыть ворота. Опа. Не успел Каин, проскочить. Ты должен добраться до нижнего города. Найди тоннель контрабандистов. Это кратчайший путь. Умри, вампир. Сейчас иди в Гранд-отель. Там тебя встретит связной. Он покажет тебе дорогу. Грязная, вшивая, кровососущая тварь. Ты хочешь смерти? Иди сюда, и ты ее получишь. Вернись! Вернись! Наконец я остался один. Один в этом незнакомом городе. Один на этой проклятой земле. Вернись, я заплатил за этот бой денег. Должен ли я последовать за ней, как она просила, или попробовать найти ответы самому? Но мне обещали дать ответ в убежище. Побывав там, я решу, что мне делать дальше. Что
что-то вроде бесшовно. Работает. Это, блин, кто-то воет постоянно. Сейчас я преподам тебе хороший урок. Ух ты ж. Да, с блоком надо потренироваться. Единичку дает. Понятно. Так, не мышка. Окей, может это через альт? Угу. А, не вот. Странно как-то. Не сразу действует. Ага, ну тут на крышу дальше идти, понятно. Так, давайте мне три моих. Ага, тут визуально показывает, что три, а дается только две. Угу. Так, вниз нет смысла падать. Ага. И тут стулья есть, уже какой-то Dishonored. Какой-то Dishonored начинается. Ага, тут типа вниз надо спрыгивать. Но есть еще вот тут дверка. Ага, неактивная. А значит, есть только один вариант. Хотел сказать спрыгнуть, но тут есть... Воу-воу-воу, это что за фигня? Окей. Так. Еще так поддернулся немного. Ага. Так получается, не сюда надо. Тут просто бандит, чтобы, так сказать, под чуть-чуть хп набрать и подкачаться. А, вон, подождите, вот тут можно ж. Не-не-не-не, вот отсюда. Вот тут вот вроде допрыгну. Нет, не допрыгиваю. Так, странно. Отсюда, что ли, можно допрыгнуть? Оп, да, можно. Прости, мужик. Мне чуть-чуть просто, вот капельку крови твоей нужно было. Уже извини. Ничего против тебя не имею, но... Опа. Кинжал. А он реально круче, чем... Эта дверь открывается, да. Ну, ящик, походу, двигать можно. Не, вот так вот. Подождите. Ага, что-то вроде телекинезом или чем он там двигает, непонятно. Чуть-чуть самую капельку дал. Ну, тоже неплохо. Мы же не просто вампиры. Прости. Интересно, моральные там какие-то составляющие вообще есть или нет?
Самую капельку не хватило. Ну, почти капельку. Еще один ящик и... Еще один крик Каина. Вот этот вот кайф. Такой кричит: кайф, кайфуха. Сейчас я преподам тебе хороший урок. Хорош. Все, сейчас левел ап. Нет, чуть-чуть теперь. Еще один, еще плюс-минус одного вот этого надо взять. Ага, ну просто рычаг надо там повернуть, да, я понял. Окей. Опа. А, он просто убегает. Увидел, что дверь открывается и... А там вампиры, и он такой: да ну нафиг. Так, надо вот этот еще блок качать, я так понял. Или что? А, стопы. Наверху что ли открылось? Походу на то. Надо возвращаться. Ну не просто тут рычаг активен. Там наверху, точнее на низу, там оно не было активно. Так, стоп. А тут что тогда было? Ага, ага, ага. Вот тут открылось. Тихонечко кто-то там кричал только что. Щит? Кто-то сказал щит? Что вам? Ой, ничего, ничего, мадам. Ничего мне от вас не нужно. Не, чуть-чуть не хватило. Максимум. Ага. Видите, красный теперь стал кинжал. Давай, кричи. Кайф. А, нет еще. Вот сейчас. Такой. Кайф. Женщина, не переживайте, я спасу вас. А, не дала, что ли? Странно. Наверное, на всякий случай заменю. А то, походу, оружие может сломаться и... Не хочется, чтобы она сломалась не вовремя. Так. А, подождите, левая. Сюда к себе, что ли, надо подтянуть? Да, так, окей, по-другому тогда. Вот так вот. Явно не сюда, куда-то... Вот туда вот надо мне запрыгнуть. Вот там, видите, что-то блестит. Оружие блестит, походу. Надо закрыть, что ли?
Но других вариантов я не вижу. Ага, но... Я сразу не заметил, что там, когда тут открываешь, там закрывается. Я не обратил на это внимания. Опа. Типа мы добрались до трущоб. Ну, до не трущоб, а до рынка. А, или... А, до отеля. До отеля, о котором там говорилось. Мне сказали, что меня здесь ждут. Кто здесь? А, ты должно быть Каин. Ты человек. Странно, что ты помогаешь таким, как я. Мы, люди, ненавидим Сарафан за то, что они делают. Это неправильно, это противоестественно. Я помогу расправиться с ними даже таким, как вы. Мне нужно найти логово контрабандистов. А что там только что сзади? Прямо перед входом. Проходи, но будь осторожен. Шпион. Эти разбойники грабят каждого, кто попадется у них на пути. Тогда они умрут. Ага, то есть людей лучше, конечно, не убивать. Постой. Понапрасну. Скажи, что я помог тебе, хорошо? Она обещала мне темный дар, если я сделаю все, как она скажет. Ты передашь ей, да? Я уверен, Ума даст тебе то, что ты заслуживаешь. Смерть. Темный дар получен. Я даже не успел прочитать, что там следующая глава. Да, иногда от SSD... Приветствую тебя. Проблема. Ты ускользнула от стражей? Они всего лишь люди. Добро пожаловать в одно из самых известных мест нашего прекрасного города. Логово контрабандистов. Такими бы ужасными тебе не показались трущобы, это место гораздо хуже. Здесь правят воры и бандиты. И у Серафан, разумеется, здесь тоже есть свои интересы. От местных жителей можно ожидать только проблем. Мне и не нужно их гостеприимство. Ты говорила о туннеле контрабандистов, который я должен найти. Да, он в этом районе, но где я точно не знаю. Я попросила одного члена заговора, чтобы он помог тебе. Он будет ждать тебя в таверне в центре района. Как я его узнаю? Он сам узнает тебя. Найди таверну, мы поговорим с тобой позже. Хорошо. На этом, наверное, остановимся на второй части. Там... Я даже не успел глянуть, что там, как называется эта вторая часть. Надо, блин, в интернет залезть, глянуть. Потому что SSD, блин. Ну, реально, там даже секунды не было. Оно, блин, опа, и все. Хоть где-то SSD, блин, заработал, ну, запустило моментально. В остальных там, как в этом Black Mesa, там по 5-7 секунд, может даже 10 секунд она загружалась. Ладно, спасибо за просмотр, мы продолжим в следующий раз играть за Каина. Легенда о Каине, вторая... Да, правильно, легенда о Каине. Кровавый приход. Или что-то типа такого. 2. Окей. Все. Спасибо за просмотр еще раз. До следующих встреч в игровой комнате. Пока.